Австралия. Я бегу первый раз, мне очень страшно, как говорит Олечка Бузовой. Живите, кайфуйте здесь сейчас. Готова? Нет, я не готова, но конечно готова. Всем привет, меня зовут Галя, я прыгаю первый раз, мне очень страшно, как говорит Олечка Бузова, живите, кайфуйте, жизнь одна, все у вас получится. Выяснится ровненько. Рука? Нет, да, и все. Просто прыгнуть, да? Просто прыгнуть. Да, просто. Да. А я могу же просто толкнуться? Можешь вообще, вот, как хочешь здесь. Плохо. Бомбочкой. Бомбочкой тоже давай. Бомбочкой. Так, с разбежкой уже немножко можно? Тут разбежки нет, но пытайся. Страшнее, чем реально. Фу, понимаете, ой, легче, конечно. Нельзя. Да. А то вы перейти как будто бы не первый, видите, кто-то? Даша, чем больше, ты что будешь проверять? Меня Галя зовут. Хотя мне вниз куда-то поедет. Это было не страшно. Не страшно. Поэтому давай лучше падать. Это приятнее. Ладно. Ни за что не держимся, ни за что не держимся. Если не страшно, придется. Быстрее прыгну, быстрее кажусь дома, правильно? Да. Меньше я сил потрачу. Да, соглашусь. Раньше до дома мы уедем. Соглашусь. Только плюсов. Да, да. Буду еще потом видео выкладывать, говорить, как классно. Блин, это все равно очень страшно. Слушайте, как вы так постоянно прыгаете. А вы за это держаться тоже не надо? Да, вот здесь вот можешь за эти ремешки, но тебе это много ничего не даст. Так, ладно, я сейчас это... Стрелистовый. За 3 секунды тебе такие дурные мысли приходят. Да. Ладно, все, я прыгаю. Все, я прыгаю. Я точно прыгаю. Точно, потому что у меня уже памяти нет. Да, все, я точно прыгаю. Давайте, раз, два. Ой, ладно, ладно, ладно. Раз, два. Ой, блядь. Не цепляемся. Я не цепляюсь. Фу. Раз. Может, нет, ладно, с точками точно не надо. Еще страшнее будет. Thank you.
Он чай, окей. О, я пыталась. Я взял. Держусь. Я взял. Ой, господи. Вставай. Это очень страшно.